Всем привет, дорогие друзья! В преддверии такой памятной даты, как 9 мая, на игровом проекте Red Beer проводилась тематическая игра, а именно атака советских войск на немецкие позиции в мае 45-го. Значит, задача была сводной роте, усиленной танками Т-34-85, взять под контроль дорогу на Берлин, выбив немецкую пехоту из ближайшего города и его окрестностей. Карту боя вы можете видеть на экране. Не буду перескакивать наперед и говорить, какой был исход боя, чтобы не испортить вам просмотр. От себя хочу поблагодарить организаторов Red Beer сообщества за то, что они продолжают это делать. Всех желающих, которые хотят поучаствовать в следующих миссиях и в следующих ивентах, ссылку на проект я оставлю в описании. Всем остальным приятного просмотра и до скорой встречи. А ну вышел оттуда. Сегодня как минимум он не вернется. Домой или нет. Но у вас тебе не собирался. Без баб, да? С нами Вера, с нами. Сталин, Сталин, конечно же. Ура, блять. Сейчас ура! Я кину эти два пакета. Ура! 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 Ну и Марина режет, мне кажется. Спешу, спешу, спешу. Стенкам прижались. Витец. Расстрел. Стенка прижимает. Давай, к стеночкам. Рекс, ты возглавляешь команду. Только вышел уже к стенке. Ты ведущий, Рекс. Рекс, догоняй впереди отделение. Пошел, который. Господа, налево в общий. Так. Давай, Бёрд, замыкающим колонию. Замыкающим, Бёрд. Быстрее выступит, потому что замыкающий. Бегущих бегил. Да он такого слова не знает, замыкание. А, ясно. А ты, блядь, вас там еще двое, я-то думаю, тут все впереди, блядь, уже. Сика. Нас много, ё-моё, мы в тельняшке. Да-да, вот я поэтому, левый, блядь, это охуел. Левый, раз, два, три. Левый, левый. Блядь, мы уже нахуй побились, когда он... Не победить, у нас сержант обкуренный. Да-я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 -
Значит, Рек, твоя задача взять пулеметчика, помощника пулеметчика, найти позицию, смотреть азимут 320 по 0. Давай, занимайся. Бёрд, Зюпин за мной, давай. Значит, это... У нас 8 дебилов. Так, хотя брать не будем, хотя останется тут. Пусатый, иди сюда. Встань, чтобы стрелять мог. Кеня. Да. Кто тебя замком? Рекс. Рекс, а твои кто в ХС еще стрелять смеет? Вот они все мои. Давай трех человек проверенных с Рексом. Надо бункер впереди вот этот проверить. Вот, видишь, бункер. Рекс, бабы, понял, какой бункер? О, пожилой рыбинова. Пока не стреляй, сейчас тут все сложу. Вот тот вот. Так, проверить, посмотреть, есть ли там противник. Если никого нет, закрепиться возле него и дальше никуда не ходить. Никто тебе там не отвечает. Так, Бибел, вон, я. Да, вон, и там еще баба, сиди. Значит, смотри, Бибел, ты пойдешь первым. Куда? К тому бункеру. Понял. Идешь первый, дистанция 15 метров, там плюс-минус, короче, иди. Что мне делать? Иди. Аккуратно проверяй его. Так, я на шмысле пойдем за ним. Повтори. Вот, пушка. Рядом. Пушка там стоит, там выстрел был только что. Вот там вот. Вон там, блядь. Посмотри, там. Пушка там. Впереди сейчас была. Сейчас идем проверять. Там что-то ёбнуло, блядь. То ли гранатомет, блядь, то ли что-то. Понял. Пушка впереди была, твёрд заметил. Где пушка? Не, на 350, на 350 и зеленки что-то ёбнуло сейчас, блядь, в сторону танка, блядь. Вон, второй раз. Пушка вижу. Сейчас пошли у Рекса. Да, видишь, откуда пулять? Слушай, команды, сейчас надо будет добраться до бункера, который впереди нас находится, на 310. Там стоят наши разведчики, три человека. Сейчас туда доходим, там впереди уже будет противник, значит. Они сидят в амбаре, пулеметный расчет. Несколько человек минимум. Значит, двигаем за мной сейчас. Встали, пошли. Активнее, ребята. А нолик, волыны. Положение тела, ну бегу, меняй, блядь, не беги, стой. Ух ты, курва! Давай, побежали. Вперед до бункера, вот впереди коричневый. Давай, я подымлю, парни, я вам дымлю. Ползите, вот, дырка нашел. Возьми. Давай, парни, активнее. Должны добежать быстрее. Пока дымлю.
Все, нормально, нормально, нормально. Тут полное месиво сейчас будет из нашего. Кинь, здесь уже. Здесь вот, уже дом, все. Видишь, да, вот. На втором, давай, поливай, там фрицы сидят. Ляжьте, ляжьте, все, ляжьте, главное лезьте. Все ляжьте, все ляжьте. Бля, сейчас сюда ебанут нахуй, вот. Фугасы пизданы. Правее, вот, правее, правее. Просто ляжьте. Да-да-да-да-да. Давай, ложи. Так, где берда? Те, кто выходит, мои. Правее, вот сюда, к деревьям. Отползите. Тут будете правее, чтобы толпиться. Давай, вперед, сюда проверим. Выходит закончен, подавление включается справа по вот этим деревьям, которые от нас. Бункеран следующий, давайте бегом, бегом, бегом. Подходим. Так, Кенни, наше вперед отделение ушло и машина, давайте вперед. Давай. Занимайте подожди, позиции. Подожди, сейчас, секунду, кое-что проверю. Давай, давай, давай. Все, джентльмены, Кенни ушел. Хороший металл. Командир ушел, давайте за командиром. ВХС, все, по врагу. Кенни, а что, они не имеют права? Дедушка, как обычно, сами. Да у них гранаты были. Идем. Сейчас по врагу идем. А там не было Майя. Там противник, много, очень много. А что, только этот Вальтер был, что ли? Нет, кто-то поменял уже. Впереди город, там противник. Впереди город, там противник. Ай, впереди город, там противник, вы все чули. Слышь, блядь. Попался? Блять, а там немцы есть, не, в бункере? Давайте. Наверное, есть, потому что, бля, сейчас встретимся. Давай во враг вправо, ну и у нас. Немцы, сдавайтесь, блядь! Фрицы, фрицы! А гранатки мы там попали. А, нихуя там. Закрутили сюда, красотки слева, справа. Фрицы, блядь, в бункере. Блять, кто кидал, гранаты кинул? Назад. Все, заняли позиции тут и держим. Есть тут пути. Левый еще овраги, заметили. Левый овраги еще здесь. С ним растопитесь, парни. Кенни, ты в овраге. Можем в овраг зайти. Нельзя, там нельзя, вперед, да вперед идем. Вот на этих пригорках закрепляемся. Дальше этих пригорков не идем. Закрепитесь на этих пригорках. Позиции займите. По-моему, немцы спереди бежали. Где, где, где? Стоим, Яна, вперед. Блядь, блин. Кенни! Нихуя не вижу дымы, блядь. Вот это пригод встаем. Кенни, немцы дальше бункеров. Бункеров немцев. Хорошо, скрепились тут. ВХС. Вот это впереди, где бункеры, городок такой. Справа его отходим, справа. Заходим справа. Не тут по центру нам главного ухода, а справа давай, пошли. Работаем, вперед. В том, что ли, блядь? Да! Давай по всем хаосам ебанем туда. Этим кумулятивным воздействием по бункеру. Что, парни, работает. Кенни, аккуратно, спереди враг. Кенни, спереди враг, может быть. Блядь. Сука, дымы, блядь. Да никто не кидал. Блять, а где командир нахуй? Проебёт. В дымах, блять, дымах. О, блять. Пацаны, сейчас все. Вот, впереди. Впереди. Серая стена, впереди. Вы должны правый угол ее занять. Быстрее, блять. Ну, долго очень убили Лену. Был Лена. Блять, лево стреляет немец.
Вот немчура, блядь, ебаная, нахуй. Сидела. Красиво. Тут убила Лену. Я убил его. А он, походу, пошел этот штурмовать. Давайте, джентльмены, вперед, аккуратно, только под гранаты не попадите. Бункер займите, если что, найду вас там. Ну-ка. Могут свои быть, осторожно. Пошли. Шпрот, что там по команду? Займи пока позицию, не помните. Немцы, давай. Немцы. Давайте. А, блядь. Пизда, я убил гранатой, блядь, всех. Все, все убиты в бункере, все убиты в бункере. Красава. Убил. Вот сколько еще один. На, блядь, за Вьетнам. Умри, блядь. За бойцов моих. На укрепе один. Я всех взорвал, блядь. Ё-моё. Красавчик. ВХС, сбору бункера, ВХС, сбору бункера. Кто о, выжил? Саня, ты живой, ёбаная жизнь. Сбору бункера, кто выжил? СТБ, сбор из бункера. Смотрите, что мы сейчас делаем. Мы стоим вот тут, видите, желтый мой круг? Да. Мы сейчас выходим вот через эти ворота. Идем вот так вот по зеленке, вот сюда вот, к этим домам, цифра 1. Проверить все. Значит, проверили вот эти все дома слева направо. Увидели, что свой зашел, бросили, в следующий дом убежать. Идем так по углу. Должны весь этот угол взять домов. А как нас здесь не подстрелят с третьей да точки? Да похуй, могут и подстрелить. Главное взять эти дома, угол. Пушка стоит. А где военный корреспондент? Еще раз, где? Идем. Вообще можно на В нажать, ну да ладно. Ну да ладно. Справа от меня выстраиваемся, справа от меня, справа. Давайте, так, справа. Чем дальше, тем лучше. Цепочка, короче, идем цепочка, домашка. Цепочка, давайте, я понял. Сейчас, движемся, двигаемся. Вперед, блядь, пошли. Бункер, справа, блядь, опять терновые пусты, сука. А ты беги, не думай об этом. Ну что, видимся. По ходу стреляй. Аккуратно, в домах сидят. Ой, помню я. Тихо, говорят, ты, блядь, твоих убьешь, ты если выстрелишь, дебил. Там сзади вроде нет никого. Там говорят, дома говорят, дома говорят. Дома стреляй. В одном месте не стоим, блядь. Ой, сейчас заход попадет. В домах сидят. Грант кидает. Гранаты кидают, потому что... Блин, они сейчас за гранаты... Да, гранаты. Может, по левому флагу, по левому этому пройдемся? По правому. Давай. По правому. Могу джемы дать, джемы нужны? Ребята, по правому надо, куда собрались? Не знаю, но они ушли. А, впереди есть! Циркусник, парни, короче, аккуратно, блядь! Нихуя себе. Двухэтажная, чисто! Что это за... За церковью есть! За церковью есть! За церковью, за церковью! За церковью 320! 322 человека, блядь! За церковью прием! За церковью 320! Два человека, блядь! В двухэтажном, на втором этаже стреляю! Выходим! В двухэтажном стреляют, алло! Это двухэтажка, двухэтажка, прием! Сейчас... Двухэтажка, а двухэтажка. Да, пошли. Это наша пошли. А, наша? Гранаты, чё, блядь? А, это дым? А, это дымовку, да? Двухэтажка наша. На втором. Двухэтажка наша. Но только на первом. Да. Нихуя себе, за забором мне уже стрёмно выходить. Да я нихуя не вижу, что это потолок. Ё-моё. Меня ранило. О, Олег, ты еще живой. Да, здравствуйте. Ёбаные просто фрицы, блядь. А есть морфин? Нет у кого морфин. Нет? У медика только. Или у фрицев ищи, у них тоже. А, у них там всегда есть.
Давай, погнали, блядь. Что, что? Смерк? Пали ему такого, блядь. Залетай! Пизда. В доме свой. Чугран. Дальше, проходим, ранее, похуй, проходим, вперед. Куда я сейчас сдохну тут? Да похуй, блядь. На том же отлежись.